последние дни Армения совершает провокации на границе, особенно в направлении Кельбаджара, чтобы показать Азербайджан виновным в международном мире. Как передает Ахар Ас, об этом заявил бывший военный атташе Турции, в нашей стране генерал Юджел Караус, комментируя провокации Армении на границе. По словам генерала, Ереван хочет, чтобы Азербайджан ответил на эти провокации не в адекватной форме, а сильнее и жестче. Если так будет продолжаться, они будут лить слезы и попытаются убедить мир в агрессии Азербайджана. Тем самым Армения хочет выиграть время для проведения принудительной дипломатии и психологической войны против Азербайджана. Цель состоит в том, чтобы избежать реализации Брюссельской декларации и декларации от 10 ноября, пытаясь оказать давление на Баку со стороны Запада во главе с США. Генерал подчеркнул, что еще одним примечательным моментом является политика Запада в отношении Южного Кавказа. США, Евросоюз и правящие миром сверхдержавы могут втянуть Армению в войну, зная, что она потерпит поражение. Зная, что возможная Третья Карабахская война обернется для Армении трагедией, не исключено, что они пойдут на нее, чтобы сломить там влияние России. Азербайджан должен быть терпелив. Естественно, армянские позиции, открывшие огонь, должны быть адекватно поражены. Однако официальный Баку должен учитывать процессы в Украине и быть максимально осторожным. Потому что США и ЕС приняли план по подрыву влияния России во всех точках мира. НАТО рассматривает Россию как первую и главную угрозу. Иными словами, может возникнуть желание вовлечь Азербайджан в такую большую игру и сценарий. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.